А это кишмиш султанина. Он дает такую урожайность вот здесь на побегах. Вирози такие довольно рыхлые, рассыпчатые. Ягоды белые, удлиненные. Уже набрал довольно сахара на 5 сентября. Часть груздей мы вот так закрыли в мешочки, дабы не рисковать, чтобы что-то осталось. Вот только раз приходишь, а уже ничего нет. Осы все съели. Подключились еще пчелы тут у местного пасечника. Ну вот так и надо бывать сбитые грузди. Пробуем ягоду сейчас, как она. На 5 сентября еще не готова. Нет такой желтизны, хотя уже вполне съедобная. Вот такая рыхлая грусть. Здесь вообще группа гроздей. Большие грузди. Но посмотрели, что оса ее не бьют. Можно не прятать их. Это лишняя работа. Мешочка тоже себя чувствует нормально. Кишмиш султанина. Лоза мощная такая. Уже начала вот вызревать. Да, ну она нормально вызревает. Вызревала раньше нормально. Но в этом году проблема с избытком влаги. Вот здесь такая гроздь бывает длинная. В этом году проблема влага, влага и влага. И очень растет лоза. Мы два раза чеканили, а местами еще приходилось третий раз чеканить. То есть увеличиваются трудозатраты на производство этого сорта. Имеет такой потенциал роста. Кишмиш султанина.